Якщо для реалізації культурних проєктів не вистачає білого дня, ентузіасти використовують ніч. Дніпропетровський арт-центр «Квартира» славиться своїми неординарними заходами. Та щоб стати актором, та ще й вночі, до того ж за лаштунками. Такого навіть і тут не було. 25 жовтня о 7 вечора у квартирі почнеться ніч за лаштунками. Кожен гість специфічної вечірки зможе зануритись у театральне життя в тій ролі, яку сам обере. Але я підозрюю, що більшість захоче піти в актори. З вами працюватимуть професійні режисери 5 молодіжних театрів – «Гамаюн», «Флеш», «Бісквіт», «Вєрім» і «Маленька сцена». Кожен з вас отримає театральну програмку, в якій буде зазначено місце і час усіх майстер-класів. Це буде такий театральний проєкт, як би театр наизнанку. Тобто, коли чоловік не приходить в зал щось отримати, а коли він приходить на сцену щось дати. Или, в будь-якому випадку, попытаться. В общем, наверное, это будет такой вариант взаимообмена между публикой и актерами. То есть, когда они будут выступать скорее в одной команде. Ну а по ходу действия будут показаны и отдельные небольшие спектакли, и будут мастер-классы по сцендвижению. В общем, мы попробуем публику поставить место на место актера. Нас позвали, а мы пришли. Мы вообще очень легкие на подъем. Совершенно. Вот надо работать – работаем. Не надо, вот как копать – могу копать, могу не копать. А тут как бы один только вариант. Надо работать – мы работаем. Доступ к сцене свободен – все. В частности, наш коллектив готовит такую штучку, вот это интерактивный спектакль, когда… Ага, не расскажу, не расскажу, потому что это же будет главный секрет. Спойлер. Конечно, не могу. Но штучку мы готовим. Но штучку мы готовим, вот зрители, они удивятся. Они удивятся, мы будем их пугать настойчиво, вот втягивать в этот процесс. Я думаю, что не отпустят потом. В данном мероприятии мы будем показывать фрагмент по мотивам одного произведения. Вот, и я надеюсь, мне бы хотелось сделать такую фотографию, скажем так, узнаваемую фотографию одного известного произведения. И, естественно, персонажами на этой фотографии будут сами зрители. Ну, мне бы так хотелось, чтобы не мои ребята, а именно зрители, потому что… Ребята смогут, да? Ну, ребята-то, понятное дело, что смогут, но мне хотелось бы, все-таки мы это делаем в первую очередь для нашего дорогого, любимого зрителя. Зритель в театре – это так же важно, как актер и режиссер. Забавно будет самим посмотреть на эти сцены, потому что, вот, конечно, такого вот готового варианта нет. Но, может быть, это и хорошо, потому что… Ну, я не знаю еще таких проектов вот, подобного рода.